Всем привет! Сегодня 23 октября. Прилетели сегодня в Аланию. Погода супер. Жара. Градусов 30. Ореш вон уже купается. Прилетели сейчас в саму Аланию. Отель поселили, Клеопатра название. Правда, тройка, но ничего вроде. Зато близко к пляжу. Вот сейчас пойдем скоро на завтрак. Ой, не на завтрак, а на обед. Посмотрим, чем тут кормят. Вода теплая. 27-28 градусов. Значит, наш отель находится вот тут. Вот наш отель. В принципе, местоположение хорошее. Рядом с пляжем. Хорошо. Вышел вот. И пляжик. Ходить есть куда. Вот Ореша выходит. Сейчас расскажет, как ему вода. Олег, как вода? Да? Отлично. Ну, правда, тут вот дальше плита, да, Олег? Мешает слишком. Нет, конечно, просто немножко по асфальту. А то я думала, знаешь, будешь заходить скользко. Ну выходи, а то упадешь. Выходи, не ходи там. Скользко вдруг. Почему скользко? Все? Супер. Что это есть? А, у нас тут рядом, правда, мечеть. Люди пишут, что спать, конечно, с утра невозможно. В 6 или во сколько? В 5 начинают петь. Но я надеюсь, привыкнем. Получается, вот мечеть, вот наш отель. Все, всем пока.